Привет, Валера, меня зовут Денис, я новый стример. Можно я попробую подсесть к тебе? Привет, пасеки. Привет. Слышно меня? Хай! Нет. Нет. Как дела, пасеки? Как настроение? Как Пока не самочувствие? родила. Что сказал батя во время того, как его ебал Чипинкос? О, блядь, начинается хуета, товарищи. Приветствуем хуету и продолжаем слушать. Да ты послушай, Заткнись. не, нормально. Заткнись. А точно я так попаду к вам в склад? Нормально? Дальше. Ладно, следующее. Да. В чем сходство между головой бати и жопой? Ни с чем. Из обоих Ну, одно и то же. выходит только говно. Понятно, дальше. Какой Да. любимый магазин у Алины? Какое? А кто это? Рокершоп. Понятно, дальше. Ладно, вот сейчас. Как разжечь костер в лесу? Похуй, нет, ладно. Потереть друг об друга лысину юриста и бати? Дальше кто? Че, все хуйня, что ли? Подожди, сейчас я Ладно. скажу. Давай я Как заставить... сейчас я быстренько Нет, паузу. дай я договорю. Похуй, подождешь. Ладно, Раз, давай. два. Сейчас я быстрый стендап, прям мимоходку. Раз, Ой, два, три. блядь. Только не перди. Раз, Пернешь, два. я выйду. Раз, два. Не надо. Нет. Опа. Все. Почему Давай, Плющенко давай, больше давай, не давай. фигурист? Потому что он Он пердак. просрал свою карьеру. Как пришло? Что сказал батя после изнасилования? Не сделали, сделали. Ганста стайл. Вместе вкусные. Смеемся. Ну типа, Ганста стайл, пом. Как заставить Ника Вучича бегать быстрее Усейна Болта? Включить рэп батя. Давай, давай, смеемся, что ты смеемся, быстришь? смеемся, похуй. Одну секундочку, товарищи, здравствуйте всем новоприбывшим, и у меня для вас приветственные Дюк. Слова. Раз, два, опа. Здесь могла быть ваша реклама. Эй, салага, чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не золотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день. И точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Итак, так миниатюра. Вот, смотрите. Это пена возвращается домой. Ой, привет, родная Алиночка. Я вот тебе заказики с ломоды взял. Ой, спасибо, милый. Сегодня можешь постримить. Ура! Все, всем спасибо, ребята. Один в один, два долбоеба. Еврей нашел кошелек, там не хватает. Это будет стих от Дзяблова Сережке Мичурину. Пожалуйста. Пойми, Сережка, деда, не злись и не кричи. И в трудные моменты духовно поддержи. Не смей таить обиду за то, что он порой довольно агрессивно общается с тобой. За то, что вечерами сидит он в гараже и с зябликами стримит, забыв вдруг о тебе. За то, что девок в чате любимыми зовет. За то, что мыть посуду по зову не идет. За все его поступки, плохие ты прости. Ведь это несерьезно и просто глупости. Ведь это только образ, он жизни не такой. Тебя он любит верно, всем сердцем и душой. И когда в жизни трудности случались у тебя, переживал с тобой он их, не пожалев себя. Когда донаты крупные, то стрима собирал, все на тебя откладывал и жадности не знал. И москвича заветного изволил он купить, коробочки и сумочки с ломоды привозить. И даже поругавшись друг по глупости с тобой, всегда одну тебя любил, не знал тебе замен, не совершил он глупости, не совершил измен. Теперь мы дружно рады все, что снова вместе вы. Пары лучше вас в Ютубе не найти. Алина наша золото, ты деда береги. И даже полугавшись с ним, кричать ты не спеши. Приди ты к пониманию и с радостью прости. Душевно улыбнись ему и крепко обними. Люби ты только деда, другого не ищи. Ведь лучше, чем Валера, ни в жизни не найти.
Спасибо, братишка. Спасибо большое. А что Олька на этот счет-то думает? Эй! Спасибо, братишка. Я вдохновился творчеством Батуая и написал небольшую песню. Понятно, хуйту. Все готовы слушать? Пожалуйста. Готовы, готовы. Нормально будет. Поехали. За окном Маметка в бежевом платьице, с рокером сбежала, Денис будет плакаться. Ему 31, скоро он начнет каракаться. И я хочу мог с Батуй побудрахаться. Просто 20 от искорки. Погромче, пожалуйста. Вот такая. Можно продолжить, пожалуйста? Второй куплет интересно. Я не придумал еще. Да, сложно, да? Ну ладно, у меня есть песня. Что такое? Хорошо. За окном Маметка в бежевом платьице, с руки разбежала, Денис будет плакаться. Ему 31, скоро он начнет какаться. И после стримов готовы попутрахаться. То есть из глаз летят и... Чего? Хайберс. Хайбер. Давай что-нибудь для своей... Уйди отсюда! Уйди отсюда! Уйди! 30 лет самарскому дебилу, горло дерет он во всю силу, порвана дюза, конча на ковре, скорей на ламоду, да на темне. В ровеньках родился Денис Катюфяк, в зомбу режиме сосать он мастак, на помощь скорее, Коля, мне помоги, опять проебали, керну зували. Каблучок самарский запустил поток, ему всем чатам насали в роток. Полезать успевал и из чата пиздам, скоро отлетит он на лет 8. Еле как и с пердежом прошел, пару игр, вот это был шоу. Раз 100 лет и палка стреляет, лысого Коли он снова гоняет. На топливо бабло он бате зажал, бойфренд лысый его на шляпу намотал, все донаты ему жалко отдавать, скидки на ламоде надо все собрать. Оу-оу-оу, модератор пи***ас. Ну что ты, роднулька, обосрался ты снова, пустили по кругу, шалава ты портовая, школьник оказался в 100 раз сильней, наш девиз ты кролика забей. Кролик на столе свои лапки скрестил, 30 лет ему вот это дебил, да сколько можно, опять проебал, ночью пену буду драть в анал. Смотрим о потуге уже 10 лет, выбора особо у нас уже нет, и все это хаваем, нам не впервой, стример дебил, но все равно смешной. Балаболит на стриме, прошалав из чата, ждет его дома, массаж простаты, Сережка татарин, болгарку попросил, давай-ка на моде, заказ ты оплати. Пытался меня он на стриме обосрать, но забыл штанишки свои он снять, клапан открыл, полилась подливка, жидким накапал он на обивку. Нализывать сучкам из чата он мастак, Сережка дома набьет ему пиздак, забыл опять он посуду помыть, по Сережке в одиночке он будет ныть. Ясно, что мне банк. Пригласил дедуля девок, гости на бокал вина, ожидал он Ольку Волку, а приехал Батуа. Улыбка, улыбка, улыбка. А чилку долбоба ты получил уже? Друг приехал к деду в гости, в зомби попустить за блов. Даже вместе с батуашей получили 100 хуев. Улыбка. Был в гостях у деда лысый, большой пенис отыскал. Не спешил покинуть деда, 3 денечка отдыхал. Улыбка, улыбка. Да заткнись за улыбку. Слотик-то добавь. Попросил дедуля друга по столице покатать, а оказалось, нужно в джили за проезд передавать. А у него жили, как его там? Давай продолжаем. Ждем всем миром зяблую сходку, дед решил всех наебать, на сходняк отправить пену, а сам Кольке отдыхать.
Если будет какая-то встреча, то у пацана маска слетит. У пацана маска слетит. Любят девочки обычно рэп-попсу, одно говно, но одна лишь из Самары любит рок уже давно. Длинный пенис у дедули, лысый друже отыскал. Непонятно только зяблом, в чей туннель он попадал. Как-то ночью, очень темный, дед был вместе с Батуа. Призывали дух доната, а призывался дух лоха. Это хорошо. Долго спорили всем чатом, что же там за BMW. 520, 530, оказалось москвич тре. Нормально. Долго девочки делили из Самары жениха, но послали деда нахуй при покупке москвича. Я пропел вам все частушки, деда хватит веселить, и теперь его задача всю посуду перемыть. Не смешно, значит хорошо. Добро. Можно вопрос один? Вот буквально малюсенький. Нормально, готовься к следующему разу, будешь первым выступать. Одну секунду, товарищи, всем привет, это Пенчик. Раз, два, сейчас я расскажу, быстро пару слов раскину, как говорится, и быстро. Так попробуй, сука. Сейчас. Пошел вон отсюда, Пена. Попробуй, твой. Пена пошел отсюда. Пена отсюда пошел. Пена, сестра, Пена, коридоры тебя, эти яйца. Заваливай, Пенчик, заваливай.